Не помыться, не побриться. И вновь без газа, и вновь требуют договоры. В Балакове многоквартирный дом остался без голубого топлива из-за сосульки, которая сорвалась с крыши и пробила газовую трубу. И уже почти трое суток в квартирах нет газоснабжения. Больше двое суток уже прошло. Газовики отказываются нам подключать газ, обосновываясь тем, что, ну, говорят, заключайте договора, и тогда подключим. Вот. Договора должны заключить все 100%. Если кто-то отказывается, значит, газ никому не подключается. В доме номер 20А по улице Академика Жука 16 квартир, но в каждой проживает по несколько человек. В некоторых семьях есть маленькие дети. И если учесть, что горячая вода здесь тоже зависит от наличия газа, то, согласитесь, история вдвойне неприятная. В семьях есть по 3-4 человека. Мы вот с супругом, допустим, одновременно собираемся на работу. Это вот кипятить чайник, чтобы помыться. Я госслужащая, как бы мне тоже нельзя с грязной головы ходить. Неудобство. Полнейшие. Как водится, в подобных случаях газовая служба начала требовать заключения договоров на обслуживание газового оборудования. Причем они должны быть у всех жильцов. Но понятно, что выполнить это условие практически нереально. В доме не во всех квартирах проживают хозяева, а в одной квартире вообще никто не живет. Вчера четко дали понять, что нужно связываться с юристами, доказать, что они там не проживают действительно. У многих, кстати, договора уже имеются. Но, во-первых, в данном случае страдают и они. А во-вторых, за время действия договора жильцы ни разу не видели проверяющих. И какой толк от подписания бумаги? Никто не приходит абсолютно. Ни разу. Договор есть. Платил я 9000 рублей. На 3 года заключен договор. А сижу без газа. Мы согласны их заключить. Дайте нам газ. В течение 2 суток по закону они должны нам дать газ. Мы 3 сутки уже как без газа. Работы по восстановлению оторванной газовой трубы оплатила управляющая компания. То есть возможность подать в квартиры голубое топливо имеется. Однако газовые службы делать это не торопятся. Ведь еще немного, и жильцы сдадутся. И сами прибегут и принесут по 1300 рублей за заключение договора. Игра на нервах балаковцев продолжается. Вы представляете организацию? Я ничего вы не представляю. Должны ответить на все вопросы. На все вопросы я вам буду ответить. Я буду отвечать то, что в моей компетенции. Я вам ответил. Техническая часть. Все. Ответьте нам, пожалуйста. А вот на каком основании вы нам не подключаете? Авария устранена. Пожалуйста, зафиксируйте, что все. Ну, вот эту хрень. У меня есть договор на обслуживание. Я приглашаю вас в свою квартиру. Я замерзла. Вы обследуете меня. И включайте газ, да? Я вам одной. Газ включить не могу. Ага. Вот я вам объясняю. Вы понимаете, вы просто посмотрите. Есть одна труба, она идет через вас и через соседа. Я же не могу этому отрезать вам дать, правильно? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Мы подписываем газ. Приезжайте отсюда и все. Газ. Просто-напросто. Мы хотим газ. Вот весь вопрос у нас. Вот у всех. Да. Все, да? Просто газ включите. Больше вас вопросов нет. Мы говорим управляющую компанию. Мы хотим решить. Мы сейчас подпишем договора.